Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина. Вы смотрите последние финансовые новости от Инстафорекс. Смена политического руководства в КНР добавила оптимизма китайской экономике. Так, доверие выросло к максимальным значениям за последний год. 72% экспертов уверены в ближайших улучшениях в экономике Китая, в то время как в сентябре такого мнения придерживалось лишь 38%. Выросла и деловая активность. Правда, не настолько, насколько рассчитывали аналитики. Активность в производственном секторе Китая поднялась до 50,5 пунктов, что оказалось максимальным значением за последние 13 месяцев. Аналитики прогнозировали рост к 50,6 пункта. Деловая активность в производстве для Китая в состоянии предсказать дальнейшее движение роста экономики. И восходящее движение индикатора сигнализирует о возобновлении роста и приросте ВВП. Многие эксперты уже прогнозируют ускорение темпов роста китайской экономики в четвертом квартале до 7,8%. Напомним, в третьем квартале экономика показала самый слабый рост за последние 3 года. Следите за последними новостями в мире финансов с компанией Instaforex. До свидания.